пока еду в такси, сейчас у нас будет очередная раздача. Приятный бонус. Но пока мы собираемся, я вам тут расскажу очень интересную историю. Сейчас вас станет больше. Дабы не было таких людей. Всем привет, котики. Привет, как ваши дела? В эти дни я стала с вами очень близка. Это надо подождать минут 10-15, простите, пожалуйста, за ожидание. Так как эфир пока покажет, что я в прямом, это нужно ждать. Вот. Привет, привет, всем привет. О, Танечка, как дела? Сейчас еду, у меня собеседование девочек, должно сегодня две приехать. Еду с дома в магазин. Сейчас посмотрю, там туда убираться надо все. Уже завтра должны это закупиться и уже начинаем наконец-то работать, потому что еще с этим, как бы, с раздачей я не могу включиться в работу, у меня много задач, но я пока не могу включиться, потому что сконцентрирована на этом. Привычный лист цветом. Знаете, вам скажу такой момент. Раньше я думала, что вся красота моя заключалась в белом цвете. Но хочу, чтобы стало вас больше. Гарно, дякую. Вот сейчас Таня даже, послушайте. Вот Таня моя подписчица. Она со мной переписывается еще с момента, наверное, островов, когда у меня болела нога, она мне всегда рецепты какие-то, если какие-то болячки, всегда меня не советует. Вот, я просто общаюсь с человеком, не знаю его. Но мне вчера предъявили, и я помню, когда был какой-то розыгрыш, она говорит, о, я тоже там угадала число, но я ей не скинула денег, потому что она там была вторая или третья, я ее не увидела. Но мне сегодня целый день человек предъявляет, что я раздаю деньги своим. То есть, вот, я не знаю, девочки, которые у меня участвовали, я их никогда не знала, не видела, но мне предъявляют, что как бы якобы у меня подставные, и я раздаю своим. Я даже не вижу на вопросы, которые ты отвечаешь. Вот, смотрите, Катерина Петракова, я как и отвечаю на вопросы. Точно так же мне идет порядок вопросов, так как это Инстаграм, то есть, пускай, то есть число я вижу в тот момент, которое у меня появляется. Человек мне вчера, просто сейчас рассказываю ситуацию. Настен, привет, всем привет. Вам, мне блондинка лучше для вас, мне сейчас комфортно, потому что я хочу отрастить волосы. Ко всему нужно привыкнуть. Итак, смотрите, рассказываю ситуацию. Вчера у меня девочка выиграла в прямом эфире по номеру 215, выиграла дубленку. Ну, короче, она написала, что у нее там размер. Я говорю, давайте, если вам не хочется такой там размер, там ждать надо или что-то, чего-то. Человек мне до этого писал, хочу ребенку на кроватку 2500. Я говорю, ну, давайте я вам исполню ваше желание, скину вам на кроватку. То есть, и все, я скинула эти 2500. Как бы, и она, наверное, надеюсь, довольна. И мне как бы без разницы, сегодня еще раз эту дубленку разыграем. Вот, рассказываю ситуацию, девчонки, как происходит розыгрыш. Еще раз повторяю, потому что сейчас у нас опять будет такая же ситуация. Мне идут номера, я их обязательно читаю в порядке того, как мне позволяет Инстаграм. И тут я увидела эту девочку, которая написала мне 215, минут 40 мы вчера сидели, никто не мог это 215 угадать. Вот, и человек мне пишет в личку, какого ху ты типа выбрала ее, если где-то вызывает мне скрин, я это число типа первое назвала. И начинает мне там, ну, как-то, я думаю, я ей пишу, у меня так, ну, так и так, так порядок я вижу, как бы я ответила человеку, и она начинает мне предъявлять, а ты своим просто делаешь раздачу. Я говорю, если бы вы мне написали, допустим, Настя, мне так обидно, я писала там это число первое, возможно бы я там пошла уже, думаю, ну ладно, так человек яростно хочет этот подарок, я бы пошла, наверное, навстречу и там, может, какой-то бонус ему приятный скинула, чтобы не так человек расстраивался. Но человек пишет мне, какого ху ты скинула, ты, короче, подставная, розыгрыши у тебя подставные, зачем ты говоришь, что это честно? И я такая думаю, а какого ху я должна вот это все терпеть за то, что я как бы к людям по-честному, человек мне позволяет писать такую херню и еще рассчитывает на то, что я ему деньги потом переведу.
Ну, просто много блогеров. Я специально отвечаю девочек, я их ни сном, ни родом. Я в прямом эфире несколько раз клялась в своей жизни, что у меня все честно. Это насколько надо быть, извините, больной на голову, чтобы это говорить. Люди действительно наглые, поэтому еще раз повторяю. Сейчас мы с вами... У меня уже, правда, за 2 дня в голосе. Нужно... Будем угадывать число. Все, что вам нужно, это быть подписанным на 59 человек. Это спонсоры. Вот. Что важно, я специально читаю числа, так как я их вижу. Вот еще я не сказала начинать, подождите. То есть я не сказала их начинать. И поэтому, если я увижу это число, и, к сожалению, вы его там писали или не писали, но вам покажется, что вы его написали первое, это не моя вина, это вина Инстаграма, как он мне отображает. Вот, поэтому у нас сегодня еще несколько раздач, также у нас будет еще 5000 человек, я отправлю по окошку желаний, это уже ближе к вечеру. Также белье еще обязательно разыграем и дубленку разыграем. Вот, так, сейчас 24, я сейчас посмотрю на своем втором телефоне, какое число я загадала, то у меня маразм, я забываю иногда. Вот, спасибо. Девочки, вчера уже костюм разыграли, к сожалению. Вот, я еще не сказала отгадывать число. Куда понеслась? Так, итак, мы начинаем. Все. Начинаем отгадывать. Можете писать. Просьба только, пожалуйста, быть подписанным на моих друзей и следить сегодня еще за эфирами, потому что это не последний розыгрыш на сегодня. Начинаем, да, начинаем, девчонки, можете писать. Итак, смотрите, я вот читаю, как я вижу. Вот сейчас сразу начинаю читать, как я вижу цифры, чтобы не было ко мне никаких претензий. 34, 99, 107, 127. Какие условия? Быть подписанным на 59 человек, на которых подписана я, и число от 1 до 300. 111, 39, 116, 128, 165, 76... 294. Есть вопросы, как я это вижу? 25. Вы видите так же или нет? 257. 119. Вот таким образным чудом я вижу. Так, все, что вам нужно, подписаться на друзей, которых я подписана, 59 человек. Сегодня еще будет дубленка разыгрываться, так как человек ее вчера не забрал. И бельишечка будет еще разыгрываться. Поэтому еще 5000 я сегодня подарю. Поэтому будьте активны в окошке желаний. Человеку отправлю одному. Сейчас я вижу 222, 228, 221, 298, 214, 1. Так. Все равно приятно, что вы у меня адекватны и играете, и играете. Так, 98, 32, 23... Так, 88, 110, 188, 213, 230, 298, 134, 72, 216, 210, 235. Пока нет, пока не угадывайте. Не забывайте, сегодня 5000 кому-то тоже улетит. Так, 217, 129, 217. Вот две девочки пишут подряд 217, 217. Вот, допустим, как... Если бы это число сейчас вот так они двоем написали, как бы вы поступили? Надо было бы делить. 163, 162, 79, 264, 167, 34, 11, 254, 258. Нет. Так, девчонки, кто подключился, мы с вами продолжаем играть. Сейчас кому-то приятный бонус на карту. Все, что нужно, это быть подписанным на 59 человек. И все. И все. И не трепать мне, пожалуйста, нервы. Потому что изначально, если вы не верите, то вы, наверное, никогда и не выиграете.
Мне тоже много девочек, которые писали, что они у других блогеров не выигрывали, у меня выиграли. Но как бы этот закон как бы повезет, не повезет. Число от 1 до 300. От 1 до 300. Вот 2-5 человек. 89, 89 пишет. Вот как так. 34, 189. Нет, нет, нет. 203, 267, 300 нет. Мне вот даже сейчас интересно, вы видите точно так же числа, как я вижу? 289, 13, 45, 101, 167. Скажу, были похожие числа, но пока нет. Нет, близко не было пока. Люди видят точно так же, не так, как... Вот. Так, ребят, кто подключился, сейчас угадываем число от 1 до 300. Нужно быть подписанным на... Подписанным нужно быть на всех моих 59 людей. Девчонки пишут, что у них показывают по-другому. Вот я сейчас буду читать опять, как вижу я. 22, Яна Хордиенко, 68, Екатерина Ковалева, 12,88, Ксен 40, 59, Катерина 23,211, Юлия Павлова 139, Белова 299, Ольга Голубок 2, ну вот, Инна Карашваев 123,77. Ну вот, видите, как я вижу числа, чтобы ко мне потом вопросов не было. Житова 112, Ленок 1, 26, Татьяна 256, Виола 59, Геренко 143, 162, Екатерина Ковалева 12, 87. Пока нет, пока нет. Вот, так как я вижу свое, как у меня идет эфир, как мне показывает. Мы уже давно поняли, что это, наверное, скорее всего, как Инстаграм покажет. Так я и вижу. Пока не вижу число, которое я загадала. Сейчас упадет кому-то приятный бонус. Давайте вам подсказку сделаю. Подсказка. Ну, подсказка, так смотрите. Число начинается на трехзначное и начинается на единицу. Подсказку сделала. Кто только зашел, мы угадываем число от 1 до 300. Подсказку уже сделала вам. Вот так вот. Нужно быть подписанным на моих 59 друзей. Сегодня еще дубленку буду дарить. 5000 буду дарить и еще бонус. Так что не переживайте. 158 нет. Нет, 100 нет. Число, сказал уже, трехзначное, начинается на единичку. Холодная 196, Санникова 167, Аленка 145, 103, Татьяна 134, Наташа 110, 115, 148, 119, Вера Раранова 111, 108, 105, 109. Вот такой порядок у меня сейчас. 150, Ната Шалаева
Шалаева, правильно прочитаю? Шалеева, 172, извините. Вот, Кост Найл, 139, Тим. Дам по окошку желаний, дубленку будем разыгрывать, еще бонус, и так что не пропускайте эфира сегодня. 169. Давайте, девчонки, чтобы кто-то угадал, то батарея садится. 142, 199, 170, 150. Не, не 110. Угу. Так, кто зашел? Мы угадываем число от 1 до 300. Вам нужно быть подписанным на 59 человек, которых я подписана. Вот прям был человек, одну цифру не угадал только что. Так, сейчас читаю то, что я вижу. Анастейша 13162. Пискунова 175, Света Костюк 115, Людмила 175, Лакоста 162, Оксана Пехотова 134, Сумурай 103, Ксения 116, Абаритом 111, Крис Кис 118, 94, 183, 118. Видите, люди повторяют числа 124, 160, 111, 113, 190. 171 нет, 176 нет, 117 нет, 171 нет. Так, не забывайте подписываться на тех людей, которых я подписана, и сегодня не пропускайте эфиры. Дубленку еще сегодня подарю, потому что вчера человек взял вместо дубленки другое, то, что она просила. Вот. 133, Юля Павлова нет. Пока не 139 дней, 130 дней. На самом деле думала легче отгадать число, но нет. Так, ребята, кто подключился, не забывайте подписываться на 59 человек, которых я подписана, и угадывать число от 1 до 300. У нас сегодня несколько эфиров, еще с приятными бонусами, с дубленочкой. Вот как так? Юля Павлова, смотри, 98, вы пишете 178, и я вижу следующего человека, Ли Адова, 8, тоже пишет 178. Все, есть победитель, Анастасия 500-137. Я вас скриню, я вас поздравляю, как повезло. Так, показываю вам, вот записано на телефоне, вчера было 172, вот записано у меня 137, число видно, я не знаю, видно, не видно, вот. Все, девчонки, есть победитель. Я заскринила вас, сейчас вам перейду бонус. Так, не расстраивайтесь, еще раз повторяю. Сегодня я еще несколько раз зайду, обязательно скину вам приятные бонусы. Также дубленочку, кто хотел, еще сегодня можно будет забрать. Вот. Вот только мне числа вот доходят. 172, 172. Я писала, ну как... Как увидела, так и сказала. Я же читаю специально вам имена и ники даже уже, чтобы как... Блин, ну были уже. Я же вам читаю, что как я вижу. Ну как-то... Они... Я много раз писала. Ну, девчонки, видите... Еще раз повторяю. Сейчас почему-то я вижу, как так, а я не вижу вот-вот. Почему я не вижу? Девчонки, не расстраивайтесь, это ее сегодня не последняя. Вот. Так что следите сегодня еще в окошко. Сейчас зайду читать, кому-то отправлю 5000 рублей обязательно. А потом дубленку еще обязательно разыграю.
Да еще спасибо, не говорите, еще не прощаемся. Сегодня. Так, ладно, котики, давайте уж у меня 10% этой батареи. Обязательно еще зайду скоро. Ну не расстраивайте. За 500 рублей, как бы, я вам клянусь сердцем своим, на смерть вам клянусь, что сейчас выиграла не моя подруга. Может, вам станет легче. На смерть свою могу поклясться. И тогда уже говорите, что хотите. А вам, может, воздастся в 10 раз за то, что вы ворете меня в прямом эфире. Ой, все, котики, давайте, все. Выхожу сейчас, буду заниматься делами, обязательно следите. Еще сегодня будут эти вот... Еще будет сегодня много всего.